В Янтиковском районе началась реализация проекта, основанного на местной инициативе. В селе Можарки взялись за очистку пруда. Можарский пруд довольно старый. Местные жители помнят его полноводным. В свое время это было популярное место отдыха. Очень был хороший пруд. Тут даже купались, рыбы тут были. Даже вот дно было видно. Это при мне вот дело было. И в хоккей играли, и все. Последний раз очистка пруда проводилась 50 лет назад. С тех пор он сильно обмелел и заилился до такой степени, что даже животные и птицы к нему не подходят, не говоря уже о людях. С водой такая проблема у нас получилась в этом году особенно, что люди остались у нас без воды. Нужны и для полива, у кого-то и скотина есть для пожарной безопасности. В этом году благодаря инициативному бюджетированию пруд восстановят. 10% затрат на работы оплатили сами жители, остальное – бюджет государства. Очистка водоемов от водорослей, донных отложений производится с соблюдением всех экологических норм. Оказалось, что это очень востребованный вид работ, который можно провести с использованием механизма инициативного бюджетирования. В этом году в двух населенных пунктах идет очистка пруда, но этой практикой уже хотят воспользоваться и в других населенных пунктах. Они узнали, что это работает, что на самом деле государство выделяет на эти деньги, и в следующем году, наверное, будет еще больше прудов. Ульяна Пятакова, Александр Атиков, Республика.